Друзья мои, едем МЦД-4. Маршрут Апрелевка, железнодорожная. Смотрите, телебузики мои. Какой красивый состав. Ужасный. Паш, тебе нравятся такие составы? Вагончик пахнет приятно. Тут печка, что ли, пахнет? Ну да, печка дерматин. Но... Ну да, только минус, что... Не с того, с какого надо направления, это безобразие бомжатское. Вон, видите, баночка стоит, узел козел. Узел козел. Так вот. Окна вот такие после граффити. Ужасно. Следующий маршрут будет... Мы на нем хотели ехать, но это опоздало, на этом едем. Следующий будет Апрелевка Захарова. Тебе нравится Ногинск? Залупа какая-то. Телепузики мои. Да, как раньше. Ой, кто? Имен не говори, на букву К 1-0. Действительно, телепузик. Вот бы какая-то что-то вокзала, так и обожаю. Фигушки. А, это Минская у нас. Не смотрятся эти места вот с таким говном. Смотрелось, когда были свои верхи. Тогда смотрелось, а вот с этим нет. Тут хотя бы до Апрелевки МЦД на горе какая-то залупа. Д4, Минская. Мне кажется, что у этих вот ДШК у них окна больше, чем в эрках. Да не, мне кажется, одинаковые, как в эрках. Это у новых они сейчас чуть вот так выше даже. Или сиденья на разном уровне сделаны. Понятно. Вон сейчас будут видеть буквы. Да. Они из чего сделаны? Из света? Они подсвечиваются. Да, гляньте, кругом одни. Одна тупая молодежь, которым кроме телефона ничего не надо. Интересно, наши изобретатели когда-нибудь изобретут, чтобы телефон можно было от задницы подзаряжать, в жопу воткнули и зарядили. У подростков же ведь срочные дела, им поэтому интернет нужен. Где пожрать, да где посрать, как же без этого? Вон. 227-я. И везде пусто. Сейчас мне, кстати. Ну да. Где там буквы светят? Да везде они были на всех направлениях и раньше. Или они не светятся? Нет, они не светятся. Ну как учу, вот здесь они стоят, такие вот. Да. Вот. Честно, даже прям грустно, что с актива нет. Видал, да. Но с актива нет. Грустно, что с такой говном, с таким соединили. Правильно, на букву Г. Жалко. Давай сейчас приедем видео поснимаем. А что ты снимаешь? На память, как мимо еду. Вот буквы были, аэропорт на пике. Это старый. Сейчас спит в область, вообще пусто. Отлично, так и должно быть. А если кантри появится? Пофиг. Чего уж делать? Договориться можно всегда. Как с такого звукового появится. Такое ощущение, что как будто еду с Бекасова куда-то до вокзала или до сортира на эрке старенькой. Это 2Т в одном или D4M? Не знаю. Даже не знаю, номер какой-то. Увидим
Ой, это мы сейчас выходим? А, сейчас уже Кутузовская? Да. А, точно. Ой, я что-то думал, что... А может дальше поедем? Да нет. А давай катим до вокзала и обратно. Не поеду, время. А чё? А, это... Вот, я что-то так подумал, уехать минут 20 лет. Мы сейчас на МСК, друзья, поедем. Да, как грустно. Белки-то как-то привычно, что всегда этот транзит был с совком, с курком, а тут как-то не клеится. Пашкольники D5 ждут. 30-й год ждут. Когда они стариками станут. Вообще в шоке. Даже если новые, все равно неприятно. Само название всех этих Захарова, там, Ногинск, все эти страшные. Ассоциация с пьянством, наркоманией, какой-то дебилизмом, алкоголизмом. Все, все вместе, конечно. Ну, пьянство, алкоголизм одно и то же. Ну да. А может они думают, что кому-то нужен деловой центр из Петушков, Москва-Сити? В офис на работу едут. Может быть и такое возможно. Какие-нибудь бомжи вонючие едут из Петушков в Москву-Сити. Все, выходим. Пошли, сфоткаем. Через ту дверь давай выйдем. Ну давай через ту. Паша он у нас в шортиках, в футболке. Ой, Паш, глянь. Майка схема. Гляньте. Дай-ка номер посмотреть, какой вагон. Это какашками чьими-то испачканы из Горьков или чем, друзья мои. Напишите. Ой, гляньте. Ой, двери какие. Ой, да, и вот этот вагон садится. Ой, ужас какой. Железнодорожная. Вот. Куда нам идти, Никита? Дай мы Элку проводим. Я хочу посмотреть такой. Дай, Паш, а тут закрыто. Стой сейчас. Такой хлам у нас тут ездит, да? Вот такое вышло видео. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пишите комментарии добрые. Bye.